В Одеському палаці спорту відбулося нагородження спортсменів хокейного клубу «Одеса» за результатами минулого сезону Придніпровської хокейної ліги, де юні хокеїсти 2008 року народження посіли друге місце. Тренер клубу Роман Тіслюк каже, що тренерський штаб провів серйозну роботу з фізичної та моральної підготовки спортсменів, адже хокей – це спорт для справжніх чоловіків. Это хоккейный клуб Одесса, это у нас ребята сальдинки есть, которые тренировались сальдинки, есть, которые наумки ребята тренировались. В общем, мы собираем этих ребят и едем на турнир в Приднестровской хоккейной лиге. Этот вид спорта развивает, во-первых, это здоровье, то, что когда они, дети, находятся на льду, там холодный воздух, это здоровье. Развитие, идет общение с детьми, как бы дети общаются между собой, идут соревнования, ездят поездки. Такое развитие у нас в хоккее чуть-чуть как бы так трудное еще в стране, как бы, где мастера пытаются наша федерация его развить, как бы строят сейчас новые катки по всей Украине. Шагаем вперед. Хокей – це командна гра, в цілому цей вид спорту вважають жорсткою грою, але, як не дивно звучить, травматизм в хокеї значно нижчий, ніж, наприклад, в футболі. В даний час хокей визнаний національною грою в Канаді. Крім того, він широко популярний в США, Чехії, країнах Скандинавії та інших країнах. Юні хокеїсти вже діляться своїм досвідом та кажуть про плани на майбутнє. Хокей, як по мені, швидка гра, мужественна, жорстка. Ну, капітан має підбадрювати команду. Помогать команде, капитан, помощник тренера. Вообще сначала я не знала, что такое хоккей. Меня мама записала. И там прошли 2-3 тренировки. Мне начал нравиться этот вид спорта. В будущем я хочу стать хоккеистом, ну, переехать в Канаду, там, в Россию, чтобы уже попасть в более лучшие лиги КХЛ, НХЛ. Мне это нравится, потому что хоккей очень скоростная, быстрая игра. Именно мужской вид спорта, есть разные силовые приемы. Мне нравится играть за эту команду, потому что всех знаю с самого детства. Ну, со многими я тренируюсь, можно сказать, с 6 лет. То есть уже 5-6 лет. Ну, всех знаю. Хоккей – это классно. Тож розвиток хокею в Україні та в Одесі триває. Наші спортсмени вже не перший рік займають призові місця. Чекаємо на нові перемоги хокейного клубу «Одеса».